Началась эта история примерно так. Ориентировки на особо яркие таланты в возрасте от 7 до 16 лет были всем розданы. Итогом всенародного поиска стали 200 участников конкурса «Яркий я» в трех разных номинациях. Зажигательно поешь, танцуешь в ритм с жизнью и проявляешь яркий артистизм. Именно эти способности демонстрировали наши герои на своем первом испытании – на кастинге. Три дня вокалисты, танцоры и чтецы боролись за право называться самыми яркими. Мы скорость обошли машину, поезд, догоняем самолет, вырываемся вперед. Зоркий профессиональный взгляд членов жюри отобрал лучших в направлениях. Имена 30 финалистов стали известны всем на сайте 7 канала trk7.ru. Голосование за народного победителя у нас началось сегодня в 9 часов утра. А вот после этого объявления жители нашего города активизировались. Теперь именно красноярцы выбирали своего победителя. 1 июня уже будут известны имена всех народных победителей во всех трех номинациях. И не только. Ведь именно в День защиты детей состоится главное событие конкурса «Яркий я» – гала-концерт. Традиционно здесь примут участие все финалисты детского конкурса. Станут известны имена победителей, но главное – это мероприятие станет праздником для всей детворы Красноярска. Катя, детский праздник каким он должен быть? Детский праздник – это обязательно улыбки, обязательно, в первую очередь. Ну и во вторую, конечно же, у всех детей есть мечты. И 1 июня все эти мечты сбудутся. Приходите. 1 июня в 17:00. В Центральном парке аттракционов вас ждет самый яркий праздник детства. И непременно это посетите.